Всем привет, друзья! Вы на канале Гондик ТВ. И сегодня я покажу вам, как построить корабль-колесо. А после мы опробуем его в деле. Начинаем! Итак, начинаем строительство. Для начала поставим 9 блоков. Потом нам нужно поставить 4 блока. 3 блока, сверху еще 3, а потом 5 рядов по 2 блока. Далее ставим опять 3 блока, еще 3. И далее 4 блока. Потом 9 блоков. И по аналогии продолжаем строить дальше. Ставим вертикальные перекладины центральные, 20 блоков до середины, 20 блоков до какой-то стороны, правой или левой, похоже на часы со стрелками. Аккуратненько выравниваем. И если вы сделали все правильно, то у вас получится идеальный круг. Теперь достраиваем центральные перекладины. 20 блоков вверх от середины. 20 блоков по горизонтали от середины. Вот и получилось наше колесо. Идеально ровное. Поставлю лесенку. В центре хочу сделать кабину, в которой буду сидеть и управлять колесом. Вот схема. Итак, строю кабину.
Колесо в будущем будет переделываться, усовершенствоваться. Пока это пробный вариант. Можно менять блоки. Можно достраивать, довешивать разные пушки, например, там гарпуны, еще что-нибудь. Все, что вам необходимо. Все зависит от вашего желания, от вашей фантазии и от наличия строительных материалов, которые у вас есть. Маловато, наверное, получается. Надо будет немножко расширить. Ну, пока для пробы строю такого размера, чтобы быстрее показать, как это будет выглядеть. Не всегда с первого раза получается ровно. Приходится немножко переделывать. Хочу, чтобы стены у меня были стеклянные, прозрачные, чтобы интереснее было плыть и наблюдать за всем вокруг. Опять же, для прочности можно сделать полностью металлические или каменные стены. Но мне нравится стекло. Очень хорошо смотрится. Почти готово. Еще пару штрихов. Немножко здесь доделаем. Со входом надо будет поработать. По-моему, он очень маленький. Но пока я нахожусь внутри, не такой сойдет. Установим кресло. Ну что ж, по-моему, получилось неплохо. Осталось проверить на деле. Итак, поплыли. Мне нравится. Не знаю, как вам. Но смотрится очень хорошо. Итак, мы преодолели первую локацию, попали во вторую, и здесь наше колесо не устояло и упало. Теперь мы будем плыть вот в таком положении, лежа на боку. Что ж, посмотрим, насколько оно прочное. Мое колесо сделано из стальных блоков. Так, третью локацию заплыли.
И здесь мы преодолеваем локацию довольно с маленькими потерями. Боулинг. Таким размером корабля можно сразу сбить все кегли и получить сундук. Да, у нас получилось. Но сундук этот я уже забирала. Так, вот здесь уже более серьезные повреждения. Раздробили наш кораблик на мелкие кусочки. Так, я уже стою, у меня нет кресла. Инопланетяне похищают части моего корабля. Но я все равно продолжаю стоять на кусочки. Дальше что? О, нет. Это конец. Здесь мне точно не выжить. Ну, довольно далеко нам удалось проплыть, это хорошо. Что ж, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!